Побывать здесь было моей мечтой. Но когда Гузель прислала ссылку на билеты, я подумал: дорого. Потом посмотрел еще раз и решил, что исполнение мечты – это лучшее вложение средств. Так мы оказались на Камчатке. Так чем же так притягательна Камчатка? Медведями? Океаном? Гейзерами? Горячими источниками? В первую очередь, Камчатка – это люди. Люди могут как притягивать свой край, так и наоборот. В первый день мы познакомились с гидом-юристом Аленой. Она открыла для нас бэк-кантри. Это когда ты идешь на гору. Идешь. А это самое вкусненькое. Пообедав с собаками, ты одеваешь лыжи и опять идешь. И вот она, заветная вершина. Спуск занимает 15 минут. Привел нас спуск к термальным источникам. И это просто кайф. Так прошел первый день. На второй день мы познакомились с байкером Алексеем и экскурсоводом-учителем Александром. Сначала поехали на мыс Маячный. По пути издалека посмотрели на трех братьев. Потом поехали на океан. Холодный и суровый. Все любят бегать от волн босичком по пляжу. Так вот, мы бегали в валенках.
наиграла нам отличный закат. В общем, я обожаю океан. Третий день мы отправились на Мутновский вулкан с Владимиром. Этот человек родился за рулем. С ним не страшно отправиться на вездеходе куда угодно. Прыгать в снег с вездехода просто супер. А вот пройти 100 метров до гейзеров по такому снегу непросто. Каждый идет как может. Нам очень повезло. В четвертый день мы снова поехали на океан с капитаном яхты Сергеем. Lots of fun, sit in the sun, another one will surely come. Who are you counting on? Who are
На пятый день мы с байкером Алексеем поехали на горячие источники. По пути посмотрели на город сверху. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future. За эти пять дней мы встретили много разных людей. И всех их объединяет одно. You and I, we got it. Они любят свой край. We don't need no more. Может, потому что именно здесь начинается Россия. Before I sleep, hear the crickets, see the moon, side by side and through.